Друзья, всем привет, с вами Санёк. В общем, похолодало у нас, и мыши полезли в дом. И сейчас я покажу, как я их отлавливаю при помощи вот такой вот рейки. Что буду делать, как делать. В общем, это будут мышеловки. Мышеловки, друзья. Самые простые, но самые, наверное, на мой взгляд, эффективные. 100 из 100 ловит. Ни одной осечки. Кому интересно, смотрите видео до конца. Кому не интересно, друзья, ну и нет проблем с мышами, ну, здесь что уж поделаешь. Ладно, хареля. Первым делом, друзья, разметил по 10 сантиметров. Из-за этого обрезка получилось у меня 10 частей. Торцовкой сейчас распиливаю, чтобы ускорить процесс. Можно, конечно, и ножовочкой, но торцовочкой быстрее. Нарезал под 10 сантиметров. И беру 18-е перо по дереву и сверлю больше половины. Вот, прям шуруповерта. Можно было, конечно, и сверлилки. Ну, поверьте, так быстрее. Вот где-то так. Вот, высверлил 4 штуки, чтобы показать по-быстренькому. Теперь дальше, что нужно сделать? Нужно сделать 2 пропила, друзья. 2 пропила примерно вот так вот. Чтобы они проходили. Я думаю, понятно. Пропиливать буду обычной ножовкой по металлу. Лезвие, полотно тонкое. В общем, то, что нужно. Не глубоко. Ну, сейчас покажу. Вот что, собственно, получается. Где-то по сантиметру примерно. Криво, косо. В самый раз. Тут чуть-чуть не допилил. Ну, нормально. Здесь так. Все. Дальше что? Что дальше? Дальше понадобится проволока. Подойдет велосипедная спица. Но у меня есть вот такой, друзья, моток проволоки. Это провода. Обычная линия. Да? И вот внутри идет такая столистая жила. Вот. У меня вот есть кусочек, вот из нее и буду делать сам механизм ловушки. Дальше, друзья, кусочек проволоки тоже около 10 сантиметров. Откусываю головка на сколько-то и сгинаю такую скобу. Просто вот огинаю и все. Получилось вот что-то типа вот такого. А теперь прикладываю все это дело вот сюда. На край отверстия. Ну и примерно вот так. И отмечаю, друзья, отмечаю. Не вижу, вам видно, нет. Примерно где-то здесь и вот здесь. Нужно согнуть. Получается вот такая вот скобка. Теперь нужно эту скобку, друзья, вбить. Ну, где у нас тут будет, вверх, вниз, без разницы. Вбить вот таким вот образом в дерево. Получается, друзья, вот так, с небольшим таким зазором. Все, продолжаю. Сейчас проволоки надо сантиметров 30 откусить. Примерно. На краю проволоки делаю, друзья, кольцо чуть большего диаметра, чем само отверстие на 18. Но я сделаю где-то примерно на 25. Получилось, друзья, вот что-то типа вот этого. Гну вот обычными вот такими вот круглогубцами.
никаких проблем. Теперь дальше. Вот таким вот образом сюда. Вот. Видно, да, что оно вот так вот становится. И нужно теперь согнуть мне вот, где кончается брусок. Можно чуть-чуть выше. Чуть-чуть. Вот где-то в этом районе. Вот, как-то так. Угол не 90 градусов. Я его потом откорректирую так, как мне нужно. Так сказать, поднастрою. Вот где получился сгиб. Чуть дальше, друзья, бруска. Дальше, друзья, нужно вот где-то в этом районе мне сделать несколько витков по типу пружины. Вот где-то здесь. Сейчас вот отмечусь. И хвост проволоки, так сказать, несколько витков сделаю. Вот как раз, чтобы вот она стояла примерно здесь. В общем, сделал один виток. Этого более чем достаточно. Пару — это чересчур большой расход проволоки. Все будет работать просто шикарно. Так, здесь подогнул вот таким образом. Чуть дальше, чем пропилы для фиксации. Все, друзья, получается то, что нужно. Теперь нужно откусить лишнее. Сейчас покажу, разверну. Дальше, друзья, нужно откусить лишнее примерно вот так. Примерно. И сделать пару сгибов. Вот, получиться должно вот что-то типа этого. Чтобы обязательно торчал небольшой здесь такой вот кусочек проволоки. Вот в эту сторону. Да, где там фокус? Вот, как-то так. Все. Теперь вот так вот ставлю пружину, упираю сюда и отмечаю. О, здесь я, кстати, уже отметил. Сейчас сверлышком засверлюсь и вот это вот забиваю. Вот с этой стороны. Ну вот и все, друзья, мышеловка готова. Хвостик этот мне обязательно нужен. Сюда будем наматывать ниточку. Вот. Изгиб проволоки не дает ей перекашиваться. Вот этой, вот этому механизму простейшему, да. Как это работает? Заряжаем, вставляем сюда в прорези нитку. Обычную я буду вот использовать плетенку рыбацкую старую. Вот, она крепкая. Сейчас покажу, как ее заряжают. Нужно заряжать. Ее изготавливать, вот, по большому счету, я больше показывал и рассказывал. Ну, 5, максимум 10 минут. Это максимум. Ну, очень эффективная, друзья. Не знаю. Давайте сейчас покажу, как это зарядить. Кусочек нитки, в моем случае, повторюсь еще раз, старая плетеная леска. В общем, отрезаю, ну, сколько там отрезаю, неважно. Главное, лишь бы хватило. Какое-то лезвие нашел. Дальше. Пополам. Примерно плюс-минус. Мне неудобно из-за телефона. Завожу под скобу. Накидываю вот сюда. Дальше, друзья, в прорези. Одна нитка в одну прорезь, другая в другую. Да? И завожу вот, вот, вот оно. Вот сюда. Все. Дальше. На низ. И вот наматываю на вот этот вот хвостик, остаток. Ну, не остаток, да, то, что осталось. Конечно, коротковатым его сделал, надо было чуть-чуть длиннее. Чуть-чуть. Остальную нитку вот просто вот так вот. Вот сюда. Клац и как бы под этот самый, под проволоку, чтобы она держалась. Все. Мышеловка, друзья, заряжена.
Остается туда насыпать чего-нибудь. Я сыплю обычные жареные семечки, слегка их размолотив. И что происходит, да, когда вот мышь туда пытается залезть? Она обязательно перегрызет, друзья, да, кто-то там испугался. Ничего пока не произойдет. Для мыши смертельно, для пальца неприятно. Она обязательно перегрызает одну из ниток. Вот. Понятное дело, здесь все это дело высвобождается и ее немножечко придушивает. Сейчас возьму ножницы и перережу. Вот это происходит как-то так. Между она не пролезет, она обязательно перегрызет. Это происходит как-то так. Хоп! Хей, ла-ла-лей, все. Остается только ее потом достать. Достается мышь вот таким вот, друзья, образом. Просто за нее даже браться не надо. Пришел, нажал, она выскочила. Все, пожалуйста. Ниточка разматывается заново. И наматывается другая. Вот такими мышеловками я дома перелавливаю по сезону всех мышей, друзья, что есть в доме. Вот всех, без исключения. Почему 18-м сверлом? Потому что полевки. Полевки они мелкие. А вот таких мышей у меня нет. Как-то так. Все, сейчас остальные сделаю по такому же принципу. Очень эффективно. Еще раз зарядить. Отматываю, ну не знаю, тоже сантиметров 30, наверное. Что ее жалеть-то? Эту леску. Кому ее хранить? Накидываю. Один сюда, один туда. Коротковат. Следующий сделаю подлиннее, друзья. И завожу за проволоку, чтобы она не размоталась. Вот так вот. Коротковато взял и уже неудобно. О. Все, снова все заряжено. Можно поправить. Следующий мышь. Будет ждать уже котик. Всем пока, друзья. С вами был Санек. Видос может быть и ни о чем. Но показал, вот, как я делаю простые вещи из буквально, я не знаю, говна и палок, наверное. Можно так сказать. Скоро увидимся.